сексом, если кому-то нравится больше выделываться, хочется леопардовые там брюки какие-то, супер яркие одежды, там патлы и тому подобное, возможно, ему такой вариант понравится. Вот, потому что это ну, далеко не для каждого. 27 тысяч такой будет. Этот, да, 20-21 тысячу примерно. Есть такой же его брат, но посветлее, вот такого формата. Ну, это такой более приземленный вариант, скажем так. Только мне нравится колер. Вот. А играть на них на самом деле могут как новички, так и профессионалы. Если тебе нравится эта гитара, никто не может сказать, что ты на ней не можешь играть, да, пока не научишься. Я просто играю на гитаре, но я играю типа какие-то там конченый панк-рок, короче. Ага. И я не понимаю, типа, разницы гитары и гитары, потому что я понимаю, типа, разницу комбика. Угу. А есть разница в гитарах? Если разница в гитарах, да, разница в струнах, разница в дереве. Ну, струны, да, в струнах. То есть разница буквально в заводах производства. То есть производится... Нет, то есть электрогитары, короче, мают разный звук при разном дереве? Конечно, конечно. То есть, опять же, разное сочетание звукоснимателей тоже дает по-своему звук. То есть, если вы... А как будете играть все гитары? По-разному. То есть, опять же, у этих три хамбакера, ну, уменьшенных хамбакеров, у этих два полноразмерных, скажем так. И при этом тоже со звуком можно играть по-разному. И плюс еще дерево другое. То есть, это шар, все. Короче, если ты шаришь на кожу гитары, где дерево? Прям на память. В группе цицька надо такие ремешки. Дерево, в принципе, может себя вести, скажем так. Уже здесь будет... дерево из двух частей, то есть верхняя часть из клен. А, вот сверху клен будет и махагони снизу. То есть махагони это красное дерево. Оно самое плотное, самое тяжелое, дает самый плотный, теплый такой вот освещенный звук. Это тоже такие под. Так, на любителей рок-н-ролла, каких-то рокобили и тому подобное. А если типа отличаться будут, она просто у нее немного другой диапазон звучания. Она будет чуть теплее насыщеннее звучать, то есть у вас будет заклевываться дисторшн от низов. А. То есть она достаточно плотно звучит. А, она типа такая близок. Ну да. Вот. И ну еще за счет того, что это был акустик, она будет звучать больше. Форма у нас полная. Пультяшку бы. Бы пультяшку. Винни, привет. Ну, я чего бы не сыграл. Чего она будет чути, что по звуку, если подключать в комбик, будет слышно 100 пудов. Сеня, привет. Если подключать гитару получше, она будет звучать как лопата, на которую натянули струны просто, и она вот звучит вот так, ну, слабо, жало, то есть сразу слышно, что дерево очень неплотное. Слушай, а вот такие типа кабайны графки у него была в другую руку. Это суперские гитарки, у них будет очень ну, насыщенный низ, середины, скажем так, они не сильно звенящие. Слушай, а это типа не самая какая-то дорогая история? Да, это в районе 15 тысяч вот эти вот все гитарки будут. Угу. А это типа звук, типа... Ну да, это еще, это даже не средний сегмент, то есть это вот, вот это вот все, это начальный уровень. Ага. То есть дальше идут мексиканские гитары, американские, там уже... Фендеры же, да? Да, там уже идет более серьезные, скажем так, заморочки. В чем прикол этих штук? То есть потому что тут вот это хреня? Разный звук, то есть опять же... Как сами звукоснимательные. Зелененькая, зелененькая. Ну там типа есть штырина, вот у них короче проволока. Это магнит. Да. Магнит, вокруг магнита бронзовая наводка. И за счет этого создается определенное не напряжение, а поле, в котором оно может снимать, скажем так, колебания со струн и передать в электросигнал. Mm-hmm. Вот. В случае вот с одинаковыми, точнее с одинарными ну, звукоснимателями, скажем так, звук передается чуть больше чувствительности в нем, скажем так. То есть у вас гитара ловит фон там от розетки. Слушай, а чего вот, типа, чуваки там, например, за какой-то Red Hot Chili Peppers кайфуют от таких гитар? Ну, типа, я выкупаю какой-то звукоснимателя. Ага. Один и два.
Типа, ну, это все, это дело вкуса. Все дело вкуса. А, то есть в них есть какие-то типа депутатские. У каждого есть свои какие-то предпочтения, все. Свои хотелки и все. Вот чисто в этом. Покажи деле. Самую дорогую гитару. Самые дорогие у нас в другом кабинете будут. А, закрыто? Да, идемте посмотрим, в принципе, да, если интересно. А расскажешь, чего они типа стоит? Да. Ну, сейчас увидите, есть нюансы, например, гитарки, которые сделаны под старину. То есть они специально затертые, там сколы есть. Куча и, кстати, по стоит денег? Да, это стоит от 100 тысяч дороже. Гривен? Гривен, да. Сейчас, ну что, за темпо? Ну, сейчас увидите, да. Можно помешаю Владиславу? Нет, ты можешь играть. Просто, нам это просто не по экскурсии. Если чуть-чуть сделаешь тихише, больше рыб будет открыть. Вот, примерно, вот такой вот вариант. То есть, сделанный под старину. То есть, вот он, ржавые болты, ржавая старая. Какого року принесла? 19-го года все, тем не менее. То есть, ему рік, ці гітарі? Так, да, да, все гітарки 19-го года. Ну, сделали по старину. Ну, я кажу, по стоимости там. Это типа 40? Да, от 100 і вже. Окей, а вона грає по залізу, короче, як та, типа, там, за 40? Чи вона все-таки грає більше? Ну, тут теж є сюрприз. То есть, гітара не стоїть дороже, ну, звучать може... А есть что-то еще что-то по-другому? Типа, гриф, короче, да, да, есть, сейчас скажу. Типа, что вот я был в Сарикине. Да, 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 типа того. Сейчас, если круто. Слухай, а берут вот эти вешки обратно, типа, если... Да, ну, редко, но берут, в принципе. Из таких прям хэви-рели. А это уже гипсоны, да? Да, это все гипсоны. Боже, какие синие прекрасные. Кто играл на всем гипсоне? На синем, ты играл? Да. А можно сейчас играть? Да, можно. Только не для себя подсилил очень музыку все-таки. Ты что, она реально не подрезняется? Да, тоже да. То есть вот этот фендер от своего гипса надо подрезняться? Да, да, конечно. Просто. Ну, не дуже традиционно применение, на самом деле. Поэтому такое внимание прям. Слушай, а я бачу, что вот такой формы грудь басы. О, какой самый? С рогами? Да, вот что видно, это гитарка, короче, третья. Я такие. А. Називається Firebird. Ну, там трішки інша форма. Бля, це у нас просто храм музики. Да. Є такий фон. Трішки по-іншому називається. Сам бас. А так, щоб з затертим ріфом, поки нету. Ну, прям такого забрали. Я коли бачив пацанів на Подолі, у них там на верхньому волну где є. Ага. Вот. У них теж є такі приколи, коротше, і там. Знаєш, я дивлюсь, коротше, і вона в'єбана, блядь. Він каже, чувак, якого року? Я говорю, типу, чувак, 70-й. Ага, 2017-й. Я говорю, ти нахер? Серйозно, типа? Камон! А вона просто, знаєш, начало, реально, типу, чувак якийсь валив, мені 20 лет. Ага. Ну, да, я наче стою. Причому валив, як, знаєш, нью-йоркський, короче, блядь, гендлер, там, курю сигару, короче. Білий маршал. Ну, це провинялося туди всю біжуха, і вона перед тобою. Ну, желаю всем криворожским музыкантам скупляться на лихве в таких магазинах и покупать то, что хочется. Всем рок. Да, да все берут понемногу.